В Союзе художников проходит выставка, называется «Земля родная». В экспозиции представлены работы народных художников России и заслуженных художников России. Мы сейчас посмотрим на эту выставку. Интересно. Вот мне понравилась картина с домиком. Из ней, на ней изобразил художник Псковскую область. Она называется «Дрова привезли». Очень много интересного можно увидеть. Картина небольшая, ну где-то 40 на 80. И посмотреть, как подробно расписал картину художник. Здесь и собачка, и сорока, и кто-то возле домика сидит. И дрова, домик очень интересный, баньки, озеро, даль размытая. Имеет такой фиолетовый оттенок. Вблизи все у нас прописано. Дрова, травка, деревья. И вот все гармонично в таких вот зеленовато-коричневых оттенках. Здесь мы можем посмотреть и как строили дома, какие дома в Псковской области. И вообще по цвету очень интересно. Красивая картина. Здесь картина у нас «Зима», тоже Псков, тот же художник, художник Лысок, фамилия его, заслуженный художник РФ. «Зима» в Михайловском, это Михайловские Пушкинские горы, если правильно сказать. Художник сам изобразил даже Пушкина, вот видите, как интересно. Даль фиолетовая, синяя. Вблизи у нас все прописано, все реально. Снег, стульчик, фонарь. Красивая картина. А здесь картина называется «Данилов монастырь». Тоже картина среднего размера. И художник по-другому решает по цвету. Такая более зеленая гамма. Зелено-изумрудная. Здесь прописана архитектура, купола, дома, небо теплое, заборчик на переднем плане. Такая картина интересная. Ну а здесь художник, другой художник, изобразил уже в других цветах, таких более золотистых. Это утро. В монастыре называется картина. Интересно очень. Можно вот посмотреть подробности. Даль, посмотрите, также фиолетовая, голубая. А вблизи уже более теплые цвета. И вот город. Также наш город изображен. Здесь и вода, и домики разных цветов. Художник изобразил Юсуповский сад. Вид на Садовую улицу. И посмотрите, как цветочки изображены в общей массе. Дома сдержаны по цвету. Небо светлое. Отражение интересное в воде. Но архитектуру сложно рисовано. Все окна пересчитаны. Прям... Все очень интересно, тонко прописано. А это вообще шикарная картина. Цветы и пейзаж. Художник изобразил как натюрморт в пейзаже. Виды города. Старая Ладога называется картина. Интересно очень. И архитектура, и прям цветы. Интересно. Разные по цвету, конечно, картины. Тут радостная картина. А рядом вот такая более суровая по цвету. Тоже. Ну, правда, Соловки называется. Ну, наверное, то место такое более мрачное. И вот художник изобразил в оттенках таких необычных, сдержанных, коричневато-зеленых. Но также есть на выставке портреты. Портреты. Вот девочка сидит на фоне сирени. Называется «Сирень цветет».
Мария. Вот как сирень изображена в общей массе. То есть мы в общем видим красивую картину. Мы понимаем, что это сирень, но конкретно не написано ни цветочки, ни лепесточки, но все в целом воспринимается как сирень, и ее платьишко цветное на этом фоне очень гармонично все смотрится. И портрет, пожалуйста, портрет интересный, тоже сдержанный. Солнце светит, играет лучики солнца на платье, на сирене. Ну и резко такая картина снежная, прям много снега. Такая зима-зима. Зима, Карельский перешеек. Художник Пантелеев изобразил творческие такие деревья, корявые. У каждого дерева имеет свой характер. Они такие коричневатые, на фоне камней, глыбы. И еще вот этот художник изобразил тоже картину. «Весна» называется. Вот, интересно очень. Небо темное, и на фоне этого неба изображен снег. Ну и передний план, камешки, проталины, деревья. Такая выставка у нас интересная. Но это только часть выставки. Пойдемте дальше. Картина. Старичок сидит с палочкой. Портрет художника называется. Изображены руки. Лицо. Картина большая. Потом смотрю снизу. Ботиночки. Интересно написана картина. Сейчас отойду подальше. Вот такая вот. На выставке также есть и вазы, лепнины всякие. Здесь вот называется озеро Памир. Фарфор. Как интересно, тут можно посмотреть рельефность, такая подтечность, глянцевость, творческие картины на вазах. И вот плывут святые на лодочке, святые Сергий и Герман, валаамские, дерево. Такая вот скульптура. Можно посмотреть со всех сторон. И вот такая яркая солнечная картина. Мальчик бежит. Очень интересно. Называется «Ветер детства». Наверное, художник вспоминает детство. Солнечное, радостное. Чайки на фоне реки, мальчик бежит с рубашкой белой, очень интересное тело загорелое, мало неба изображено, много воды, такая солнечная картина. Пойдемте дальше. Ну а теперь картина называется «Царевна лягушка». Сейчас мы будем искать, где эта царевна. И вот я нашла эту царевну. Такая картина интересная, большая, темная. Здесь кувшинки. Ну, интересно посмотреть. И там даже отражение есть в воде. Кто-то там на берегу. Ну, в общем, картина со смыслом. Можно ее рассматривать, изучать. И вот так вот. Бегом мы смотрим на другие работы. Так, это у нас картина «Цветы земли». А, «Цветок жизни» называется картина. Ну, такая посвящена блокаде. Это скульптура.
Ну вот и такие картины есть. В другом стиле, в таком более творческом, тоже Псковская область называется. Можно там поискать такие места. Ну, своеобразная картина, стиль. Художник пишет в таком стиле. Вот его еще работа. Называется «Под небесами». Под небесами находится какое-то строение. И зима, прям снежная зима. Очень глобальная картина, в отличие от прошлой картины. Здесь художник постарался нарисовать и людей, каждого человека здесь, настроение, образ. Чем-то занимаются, кто-то на санках, домики, деревья, мостики, даль, вверх, небо теплое, такая радостная зима. Огонь там разжигают, какие-то там дела делаются. Снег падает. Картина большая. «Зимние забавы» называется картина. И вот такая картина интересная. Как много всего написано. Как можно долго ее рассматривать. И собачка. И что-то делают люди интересное. И много неба, много деревьев, домов, окошки в окошках, какой-то сюжет, что-то там сосульки, что-то на крыше, какой-то хлам. Котик выглядывает в окошко. В каждом квадратике какая-то жизнь. Что-то где-то занимается, чем-то дети играют, снежные бани, бабу лепит. Такая вот интересная картина. Называется «Русские бани». Так, цветы. Называется «После дождика». Очень такие интересные. Другая техника. В общем, нужно смотреть. И синь, а ирис здесь. Астры. В общем, такая интересная, стозная. Где-то проблескивается холст. То есть своеобразное написание картины. Ну и сразу маки. Маковая такая красивая картина. Солнечный ветер называется, сочетание зеленое, красное и горы фиолетовые. Морской ветерок, девочка, цвет лица, кожи необычное, сочетание с синим, солнце много, радости, море. Вот такие картины, много интересного, где я еще не посмотрела, не рассказала. А вот натюрморт, пастель написано. И по всей видимости, масляная пастель. Называется натюрморт «Персики и сливы». Вот, видите, как интересно можно изобразить натюрморт пастелью, масляной пастелью. Очень интересно. И вот акварель. Отличается от пастели, конечно же. Более мягкие оттенки, переходы. Натюрморт. Март называется. Очень интересный. Кувшинки. Здесь у нас сливы. Скорее всего, не сливы, а вишни. Красивая картина. Здесь у нас играет на дудочке музыкант. Такой этнический. Выглядит интересно по стилю. И красивая одежда. Все сдержанно, интересно.
Ну, здесь мы посмотрим. Какой снег, трава, растения. Как все выписано. Каждый художник рисует по-своему. Все-таки кто-то хочет прорисовать. Кто-то хочет минимум обобщенно рисовать. Такая интересная. Две картины одного художника. И церковь, цветы, люди написаны. Ярко очень. И такая картина называется «Край земли». Она такая немножко устрашающая. Рыбы тут сушатся. Лук. Какая-то рогатая штучка. Ну, интересно, в принципе, посмотреть, как пишут художники по-разному. Ну, здесь мы видим акварель. Акварель большая, достаточно там 60 на метр 20, наверное, размер. Называется «Каменный пояс русской земли». Художница Ивлева. Здесь тоже прописано. И гуси, лодка, вода. Все по цвету интересно. Небо такое творческое. Интересная работа. Акварелью хорошо сделано. Не сухо, все так сдержано, прозрачно. Хорошая картина. Ну, а здесь смешанная техника. Изображен Выборг. Ну, здесь, наверное, акварель, гуашь. Вот здесь такие вечерние оттенки интересные. Ну, а рядышком у нас тоже зима в Монрепо. То есть художник из Выборга. Здесь у нас гуашь нарисована. Пожалуйста. Такие две работы одного художника. Но здесь уже картины нарисованы акрилом. Акрил — это такие как гуашь, очень яркие, в отличие от гуашь, такие более насыщенные цвета. И художник изображает необычные картины. Это «Прогулка» называется. Здесь у нас люди играют на гармошке. Ну, а здесь какие-то стрелы, ночь на Ивана Купала называется. Ну, это важно художника. Тоже пастель. Здесь уже сухая пастель. Потому что цвета такие сдержанные, пастельные, мягкие. И вот Ростов Великий, Кремль называется. Мы находимся на втором этаже. Интересное очень здание. Много картин. А здесь мы видим уже бумага и карандаш. Как художник изображает в карандаше город. Как интересно. Строение. Здания, все дома не похожи друг на друга. Смотрим вид сверху. Какие крыши, трубы. Все перспектива, объем, все соблюдается. «Над городом» называется картина. Такая интересная. Вид сверху выставки. Можете посетить, она будет проходить уже недолго. Где-то до 15 числа, по-моему, до 14. 14 последний день. Можете успеть посмотреть. Есть картины хорошие. Можно поучиться на них, как рисовать. Что-то для себя взять, узнать, в какой технике вы хотите работать, что вам понравилось. Ну и вообще провести приятное время.